громко встретить этот вечер прямо сейчас. Очень рад быть здесь, очень рад быть рядом с вами, очень рад звучать для вас. Меня зовут Илья, я приехал к вам из города Одессы. Всем добрый вечер. Хочу с вами договориться о некоторых организационных моментах. Ну, по поводу техники безопасности, поведения, вы все знаете, вы все приличные люди, вы в курсе, как это все происходит. Хотелось бы договориться с вами о том, что мы будем дарить нашим участникам, что мы будем дарить людям, которые сегодня будут выступать для вас. Я очень хочу, чтобы каждый из вас смог подарить им максимум отдачи. Они отдаются вам на сцене, а вы будете отдаваться им в аплодисментах, в криках и в любых возможных проявлениях ваших эмоций. Давайте попробуем, давайте поаплодируем для всех, кто сегодня подготовился к этому вечеру. Ну что ж, я думаю, все пройдет замечательно, вы меня услышали, я услышал вас, поэтому предлагаю всем прямо сейчас встретить на сцене первый открывающий номер нашего первого отчетного концерта. Это номер, который представляет такой стиль, как джаз-модерн, под руководством Татьяны Гладкой, под названием «Обещание». Встречайте бурными аплодисментами! Отлично, отлично, еще к нам что-нибудь заслуживает этого.